Принёс-таки? Спасибо, наемник, что кейс с хабаром мне вернул. Теперь-то я должок перед заказчиком закрою. Я ведь и живой столько лет только потому, что слово всегда держу. А то в зоне кинул заказчика раз-другой, и все. На раз в спину что-нибудь прилетит. Так, что касается сталкера твоего. Был он у меня. Звать его Клыком. А искал усилители ламповые, еще какую-то электронную фигню. Я в этом не особо, извини. Значит, он один усилитель купил, а больше у меня не было. Я его направил к диггерам, на свалку. На свалке, если не знаешь, недавно откопали кладбище техники, которое еще после аварии на ЧАЭС бросили. Потому деталей старых хоть одним местом ешь. Ха. В общем, выглядывай Клыка там. Захочешь купить чего или продать, заходи. Всегда рад буду видеть. Будет еще что-то нужно, заходи. За то, что помог уладить дело с военными, записываю тебе пожизненную скидку в моей лавке. Не стесняйся, выкладывай, зачем пришел. Удачи! Здорово, дружище! Ну что, подождем еще для гарантии? Не расходиться, ждем! Ну, привет!
Слушаю тебя. Что могу предложить? Есть что-то на продажу? Эй, ты пушкой-то не маши. Для разговора она не нужна. Что могу предложить?
далеко от базы все равно не вылазят. Боятся. Держи меня в курсе, если что. Гранатой, фраер! Шухер! Ждем! Парни, не расслабляемся! Не расходиться, ждем! Мужики, мы лучшие! Как мы им, а? Ты это, ты прибери волыну и топай к нам, побазарим. Эй, мужик! А теперь замри и волыну зря не дергай.